Здравствуйте, наши дорогие зрители. Продолжают поступать ваши вопросы в рубрику «Вопрос дня» Олегу Зубкову. Олег Алексеевич продолжает любезно отвечать на них. И сегодня вопрос от нашей подписчицы Галины Кудряшовой про Львов и Дану. Здравствуйте, уважаемый Олег. С радостью прочитала в вашем блоге, что вы благополучно вернулись из Португалии. А то мы уже волноваться стали из-за проблем с авиарейсами. И все же, вас долго не было в парке. Расскажите, пожалуйста, как вас встретили львы? Как вообще они пережили холодное время года? Да еще без посетителей. Находите ли время пообщаться с Даной? С уважением и пожеланиями успешного сезона, Галина Кудряшова, Симферополь. Ответ. Здравствуйте, Галина. Моя поездка в Португалию была важной и необходимой, поскольку теперь у меня там немаленький бизнес, который тоже нужно контролировать. Дорога в Португалию и обратно была трудной из-за санкций, введенных против России. Но все получилось. Львы встретили меня, как всегда, хорошо и приветливо. Зиму они пережили хорошо и сейчас готовятся к выпуску в саванну. С Даной тоже нашлось время для общения. У нее теперь новый вольер, гораздо просторнее и уютнее прежнего. А еще у Даны появился друг. Это пятимесячный тигренок. Теперь они много времени проводят вместе. С уважением, Олег Алексеевич Зубков.